Певец выложил отрывок со съемок нового клипа, а поклонники его не оценили. Поклонники Димы Билана не оценили видео со съемок его нового клипа из-за сигареты, которая появляется в кадре. Певец опубликовал видео на своей странице в Instagram. Небольшую запись Билан сделал прямо с экрана камеры, на которую снимался ролик. Больше по теме аферисты наживаются на имени Полины Гагариной и Димы Билана. Артисты выразили свое недовольство в соцсети. Но фанаты не оценили такую оперативность певицы, который в подписи к посту указал, что не хочет дожидаться окончательной версии, поэтому выложил сырой материал. Вместо этого его раскритиковали за курение в кадре. Билан все пару десятков секунд на видео крутит в пальцах сигарету. Фанаты призвали его не пропагандировать вредную привычку и высказали надежду, что это было необходимо только для художественного образа. Билан – кумир для многих молодых людей. Из-за его творческого курения в кадре, многие молодые люди могут закурить. И это очень плохо, даже более чем плохо, это отвратительно. Куришь, надеюсь, не в затяжку. Электронная сигарета не вредит здоровью, а клип офигенный, брутал, эмоции зашкаливают, вы курите. Написали поклонники в комментариях.